Всем привет, друзья мои! Нашлась очередная бесплатная Steam игрушка с АФК дропом продаваемых вещей в Steam инвентарь. Вот ее страница в магазине. Она совершенно бесплатна, вышла 23 октября 2017 года. И хотелось бы мне сказать отдельное спасибо ребятам, которые сообщают мне информацию о таких играх, в которых есть система получения вещей в Steam инвентарь. Так, ну, давайте продолжим и перейдем на торговую площадку. Вот как выглядят все вещички, цены их разные, окупаемо-некупаемо не знаю, но она бесплатная, друзья мои. Так что заходите, не ленитесь и фармите. Как только вы вошли в игру, самое главное, где получаемые предметы, это зайти в онлайн-игру. Нажимаем онлайн, далее выбираем сервер, он здесь один-единственный. И ждем, когда загрузится. Выбираем место, где вы появитесь. Также это место можно выбрать в любой момент в игре, нажав Escape и на слово «Возродиться». И туда вы телепортнетесь. Загрузка здесь идет очень долго, минут 5. Все, появились вы в игре. Вот я неудачно сейчас появился. Ночь. Но здесь есть куча сервисских команд. Сейчас я введу команду и наступит утро. Так, как вы увидели, все, наступило утро, рассвело. Далее, друзья мои, чтобы получать вещи, и если вы не хотите играть в игру, этого достаточно. Вы зашли на сервер, поставили своего персонажа АФК, и каждые 30 минут вы будете получать по 2 вещи. Максимум 10 вещей в сутки. То есть за 2,5 часа вы получите 10 вещей. И следующее получение вещей... Это происходит ровно через сутки после того, как выбили эти. То есть выбили, зашли через сутки и опять получите 10 вещей. Это уже разъясняю для тех, кто совсем не поймет, друзья мои. Ну вот, в принципе, и есть вся система получения вещей в данной игрушке. Ну а далее, друзья мои, расскажу все-таки немного о самой игре, чтобы вы поняли ее смысл. Сейчас я нажимаю Escape, нажимаю возродиться и появлюсь в одном местечке, в таком интересном, где сейчас я покажу ящик, который можно будет открыть с помощью отмычек, потому что вам будет выпадать 5 продаваемых вещей и 5 отмычек. С этими отмычками будете находить ящики и открывать. Одноразовый ящик открывается. Вот он. Кстати, вот здесь стоит мой друг, который помогал мне в изучении всей системы дропа в данной игре. Отдельно ему спасибо. Сейчас я открываю, использую отмычку, она пропадет, но вещь, которую я получу с помощью открытия данного ящика, выпадет мне в Steam инвентарь. Так что, кто найдет места с такими ящиками, здесь есть координаты в игре, под видео оставляйте координаты мест с ящиком, буду очень благодарен. Вот на карте можно поставить отметку и посмотреть, на какой отметке эти координаты находятся. Далее, друзья мои, что поразило меня в игре, это одна интересная вещичка с кинотеатром. Сейчас я покажу, где он находится. Здесь собираются люди, вот точка. И они здесь просто общаются и ставят свои видеоролики. Сейчас я подбегу к кинотеатру. Вот, смотрите, стоят, смотрят это. Я уже вставил свой ролик, а сейчас я покажу, как же вы сможете вставлять ролик. Я ни в одной игре такого не видел. Нажимаете Q. Далее добавить и сюда вставляете ссылку любого видеоролика. Все вставили, и этот ролик первый доиграет сейчас и автоматически включится второй. В игре здесь можно также повеселиться друг с другом, потанцевать, но много всяких разнообразий в игре. Это социальная игрушка, в которой нет убийства, нет стрельбы, здесь вы просто с друзьями бегаете, можете кататься на машинах, ищите секреты, пещеры и получать кучу ачивок. Они просто здесь получаются за все, друзья мои. В игре есть кастомизация персонажа под свой вкус и цвет. Вы можете создать, одеть. Нажимаете циферку 1, заходите, внешность, снаряжение. В опциях вы можете сделать своего домашнего питомца, там краб есть, котенок с вами будет бегать, ну ничего сложного нету, здесь можно все покрасить, в общем, разнообразие всякое. Но обязательно, когда создадите своего персонажа, вот название сокол, вы должны написать имя и сохранить.
нажать «Add» и потом подтвердить «Да». Вот видите, домашние животные, можно также кастомизацию сделать транспорта, лошадь покрасить под свой вкус и цвет. Но всего-всего много в этой игре, она необычная. Зашел, думал, просто посмотрю, выбиваю АФК-дроп, но нет, немного заигрался, и мы с товарищем периодически бегаем, ищем всякие секреты. Ну и напомню еще раз, кто найдет ящики, которые можно будет открыть отмычки, сообщайте координаты, будем очень признательны. Под видео в комментариях пишите об этом. Вот, в игре есть лошадь, на которой можно ездить. Здесь есть даже трасса, на которой вы можете с друзьями поучаствовать в гонках, сами их и создать. Лошадь, как видите, я уже кастомизировал, закрасил под себя, как мне захотелось. Есть автомобили всякие. Вот как выглядит автомобиль. Тоже можете зайти в менюшку, дать название своей тачки и разукрасить. Здесь даже можно дом, друзья мои, себе присвоить какой-то и его покрасить под себя. В общем, прикольная игрушка, честно сказать. Почему нет онлайна? Хотя по вечерам я заходил, как-то 5-6 человек даже бегало. Удивился я. Но онлайна нету, да, нет. Все заходят, в основном оставляют игру, получают вещи. И все, на этом все. Они выходят. Повторюсь, кто вначале что-то прослушал, получаем 2 вещи каждые 30 минут. 10 вещей в сутки максимум. Как 10 вещей получили вы, далее заходите на следующий день, через 24 часа, и получаете свои другие вещи. Отмычкой открываете ящиках, которые находите на островах. Есть вот даже катер, 2 штуки пока на выбор. Остальные я не знаю почему, может открывать как-то или покупать, наверное, дополнение. На катере можно погонять, ну и повеселиться. В общем, все, что об этой игре знаю, друзья мои, я вам рассказал. Всем спасибо за просмотр. Под видео в комментариях жду ваших пожеланий, мнения об игре. И если кто-то узнает расположение ящиков, пишите координаты. Ну и все тогда. Всем пока-пока.